Выходные с ветерком. В Иванове состоялся гоночный уикенд. Более 50 велосипедистов из Владимирской и Ивановской областей соревновались в своем мастерстве. В сквере у памятника Фрунзе состоялась гонка кросс-кантри-элиминатор. Для участников состязаний была тщательно подготовлена трасса, которая таила в себе немало неожиданных поворотов. Трасса для элиминатора делается в принципе равнинная, с небольшими техническими участками, что мы и сделали. Есть специальные участки трассы с контруклонами, есть асфальт, есть грунт, бордюры, где нужно перепрыгивать, резкие повороты, где нужно вовремя тормозиться и взять правильный радиус. То есть есть где побороться и где проявить технические свои навыки. Гонка кросс-кантри-элиминатор проводится в несколько заездов. В каждом стартуют 4 человека. Двое сильнейших проходят в следующий этап, двое выбывают из борьбы. Так продолжается до тех пор, пока не определятся финалисты. Но далеко не все в этот день приехали за призовыми местами. Я сюда пришел поучаствовать. О победе еще задумываться рано. Хотя, конечно, хотелось бы. Купил велосипед, понравилось кататься на длинные расстояния, осваивать местность, так сказать. Ну, а потом уже нашел единомышленников, посмотрел, люди участвуют в соревнованиях. Как-то стало интересно. Дополнительным препятствием к победе для спортсменов стал дождь. Он начался ближе к финальным заездам, когда страсти стали накаляться все сильнее. Однако велогонщики говорят, что самое страшное испытание – не искусственная трасса, а выезд в город, который совсем не приспособлен для перемещения на велосипедах. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.